войска на Камчатке в 2019 году усилит несколько истребителей Миг-31 БМ. 22 апреля 2019 года интерфакса войска на Камчатке в 2019 году усилит несколько истребителей Миг-31 БМ. Модернизированный истребитель-перехватчик Миг-31 БМ. Бортовой номер 99 синий. ВКС России во время перегона из Нижнего Новгорода в состав 22-го истребительного авиационного полка, центральная угловая Приморского края, при совершении промежуточной посадки в Толмачево, Новосибирск. 26 ноября 2016 года. Источник изображения, Иван Ермолин, RussianPlanes.net, Москва. 19 апреля. Интерфакс АВН. первые полеты на модернизированных высотных истребителях перехватчиках Миг-31 БМ выполнили на Камчатке летчики смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота. ТОВ, до конца года дислоцированные в регионе войска, как ожидается, получат еще несколько боевых машин этого типа. Планируется, что до конца года авиационная составляющая войск и сил на северо-востоке России будет усилена еще несколькими модернизированными истребителями МиГ-31, сказано в сообщении ТОВ, которое поступило в Интерфакс в пятницу. В феврале текущего года состав смешанного авиаполка морской авиации ТОВ пополнился несколькими МиГ-31БМ. В ходе заводского ремонта с модернизацией была обновлена авионика и радиоэлектронные системы МиГ-31, улучшены тактические характеристики и боевые возможности истребителей, сообщает штаб ТОФ. По его данным сегодняшние полеты выполнены в рамках подготовки к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне. В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи МиГ-31БМ отрабатывали задачи в составе пары подтвердили заявленные характеристики самолетов сказано в сообщении. МиГ-31 сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей. Как сообщалось, этот самолет в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия ракеты «Кинжал». В январе текущего года источник «Интерфакса» в авиастроительной отрасли сообщил, что Минобороны РФ подписала новый контракт на модернизацию истребителей-перехватчиков в облик МиГ-31БМ. По его словам, корпорация МиГ входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «УАГ». Уже начало работы по модернизации продолжит выполнение этого газзаказа в 2019 году. 24 августа прошлого года президент Акюрий Люсар заявил в интервью ⁇ Интерфаксу ⁇ что весь парк истребителей перехватчиков Миг-31 модернизируют к 2023 году. По некоторым данным, в настоящее время в воздушно-космических силах ВКС России есть около 120 Миг-31 плюс еще около 150 самолетов на базах хранения. По оценкам, сегодня в строю находится около 100 модернизированных МиГ-31БМ. Право на данный материал принадлежат Интерфакс САВН. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.